сегодня готовим узбекский суп под названием мампар. Его еще называют густой суп. В узбекском варианте курица или какое-то другое? Говядина, баранина. Что он хочет давать? Надо было тогда все мясо. Можно было здесь же давать много. Привыкло, удобно. Просто мне кажется, тебе неудобно. А я вспомнил, что он у тебя есть, значит, ты всегда так делаешь. Вроде все получается. Да, она потом. Надо еще карточку. Не надо. Ну, конечно, сейчас здесь еще. А мы сегодня без специально не должны. Нет. Нет. Остальные профессора. Профессоров вообще. Королев, Андреев. А, ну я не знаю. Училище, специальная чаша для шашлыка? Да. У тебя нет такой чаши? Нет. Чесноки, да? И там перед этим положили клёцки. Еще красивый. Узбекский суп мампар. Вот он получился такой густой. У него второе название — густой суп. Красивый, много ароматный. Много овощей, мяса и клёцки.